Доброго времени суток всем, друзья. Выехал на Беловское водохранилище. На улице тепло, светло. Водичка вот так вот хлюпает здорово. Но рыбка пока не ловится. Ребята вон пробуют на микроджик ловить на вертушечке. Но поклевок пока нету. Но все равно на природе нормально, хорошо, и в квартире. Поэтому будем пробовать сидеть, ловить. Если здесь клева сейчас не будет, схожу на канал. Там, скорее всего, уклеечка ловиться будет. Может быть, уклеечку немножко половим. Так вот. Так, ребят, клюнул, короче, у нас улов, смотрите, вот такая рыбина. Спиннинг прям не сломала, мотыля надел. Сейчас попробуем что-нибудь еще поймать. О, клюнул у нас окунек на мотыля. О. Так. Вымутили одного окуня на мотыля. Отводной мотыль. За место резины мотыля надели. Так вот, ну небольшого такого окунька поймали. Вот, ребята. Сейчас, что у нас там? О, окунек. Давай. О, окуньки у нас на мотыля ловятся. Вот такие вот небольшие. Чок. Кто там поймался? Уклейка поймался. О, уклейку такую вот выловили. Перешли мы на канал. В море что-то рыбка плохо ловится, решили здесь попробовать. На, держи. Очередная поклевочка у нас. Что, есть рыбка? Тащи, 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 тащи. Маленько ускорься. О. Кто у нас там? Опять уклейка. О, попалась такая вот уклеечка. И еще одна. Рыбка сегодня что-то не очень хорошо ловится. Но все равно поклевывает. Кто там рыбка? Уклейка. О, еще уклеечка поймалась. Есть рыбка? Сейчас, я нету. Тащи, зацепится. Ну что делаешь-то? Убежала рыбка. Ну ладно, ничего страшного. Так, кто у нас тут? Давай, тут. Тащи. Ну что так резко дергаешь-то? Что, есть рыбка? Убежала. О, нет, а ты говоришь нету. Да она не двигалась, прикинь. Я ничего не чувствовал. Клёв идет у нас тут прям. Опа. Уклейка небольшая, правда. Но. Я никаких толчков не чувствовал. Тащи. Нету. Нету рыбки? Есть, аккуратней. Че, отцепилась? Ладно, ребят, на этом мы свою рыбалку заканчиваем. Нам надо уже ехать. Ловили несколько часиков. Поймали окуньков, уклеечек, ну так, мелочевки всякой. Народу тьма. Все отдыхают, все на рыбалке. На улице, правда, шторм. В море все булькает. Ну и здесь, в принципе, гнет, хлюпает и так далее. Спасибо всем за просмотр. Заходите еще.